remaining. 5 seconds remaining. Fanatics, turn to ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds, turn to ban. Okay. Radiant team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Всем еще раз привет. Третья карта матча BoomID Fnatic в рамках турнира Dota 2 Asia Championships. Регион Юго-Восточная Азия. Для вас работают сегодня по-прежнему Lex и Force. Ну и вот мы пришли к заключительной карте, в общем, где мы узнаем судьбу команд, кто пройдет дальше по сетке виннеров, ну а кто отправится играть в лузера. Там, конечно, будет несколько труднее, там будут больше матчей, ну и там уже игры будут, соответственно, идти строго на вылет. Очень хорошую игру показали BoomID, очень круто сыграл здесь Phantom Lancer, купил Battle Fury предусмотрительно, перефармил всю карту, его по итогу смогли убить только один раз, ну и то с Аегисом, это было буквально на фонтане противника, после этого убить его никто не мог. Ну а Envy взял Лайфстиллера, сыграл на нем достаточно блекло, то есть он не играл плохо, он просто вот играл как мог на этом герое, он делал ни больше, ни меньше. Собрал достаточно тривиальные артефакты, но и реализовать их толком не сумел. Universe купил Метеорхаммер очень быстро на Никс Ассасине, но который раз мы уже убеждаемся, что Никс Ассасин на сложной линии, независимо от артефактов, почти во всех играх оказывается не так уж и полезен и приятен. Поэтому, возможно, Никс Ассасина мы в этой встрече уже больше не увидим, посмотрим. Появляется Дарксир, о котором Форс вспоминал на прошлой карте, что герой появляется редко, и, в общем, там был также Дизраптор, там был Элдер Титан, здесь Дизраптор, Сан Кинг и Дарксир. Классическая комбинация команд Virtus.pro времен киевского мейджора, то есть мы это помним. И в целом 4 героя, прошу прощения, синергируются идеально. Вакуум, Кулдаун, Буро Страйк, Статик Шторм, Кольцо. Если все получится сделать оба майди, это будет, конечно, очень красиво. Ну и что самое главное, эффективно. Будут быстрые убийства. Да, единственное, чего им следует бояться, это Нага Сирена, которая своим ультимейтом может просто нарушить любую комбинацию. Поэтому ее надо хватать в первую очередь. Ликантропа забирают в Фнатике. Вот этот хороший герой. Если забанить... А, Деваурер уже забанен. И Тимбер забанен. Слушай, так получается, баним Тинкера и берем ДК? И все? А Тинкера точно нужно забанить? Ну, можно еще ДП взять. Что Тинкер здесь прям реально будет хорошо заходить против вот этого всего, что мы видим снизу. И Ликана, и все-таки каких-никаких иллюзий. Пуш потенциалов Фнатик вырисовывается. Да, и мы видим, что на Тинкере ФБЗ, ну, не то, что он играл хорошо, но он отстоял свою линию среднюю, его там убивали, зато потом пошел в лесочек, и, как мы знаем, Тинкер всегда в игру возвращается, если там его не продолжать гнобить дальше в этом лесу, то он вернулся, купил Хекса, Ганим, и начал все убивать. Поэтому, да, наверное, бан будет хорош в виде Тинкера. Просто и Драгонайту не очень комфортно стоять. Ну, в общем, там... А, BoomID сами решили Тинкера забанить. Но они прям все делают идеально, так как и нужно Фнатикам. Сейчас Envy может убрать либо ДП, либо СФ. И
наверное, это будет ДП. И можно взять реально ДК. И закончить игру очень быстро. Фнатик будет очень хороший, уверенный пик. Но они банят лансера. Ну, кто этот? Лансер в мид? Боятся, что ли, его? Или... Ну ладно, боятся так боятся. Андерлорд просто против лансера очень хорош. А, и тут появляется Медуза. У Envy были немножечко другие планы на эту игру. Не хочет он заканчивать быстро, хочет поиграть. А, Медуза, Бумайди, надо что-то придумать, как с этой Медузой бороться. Пока героя, который прям Медузе дает сопротивление, я не вижу здесь. Ну, предусмотрительно ван лансер, это понятно. Ну что, надо что-то менять? Отправлять? Ну, можно, конечно, какого-то ОД взять, теоретически. А, ОД в бане, сами Бумайди его забанили. Окей. Тоже хороший пик Медузы, прям. Даже не знаю, что сейчас Бумайди придумают. Да, правда, очень хороший. Могут, конечно, какую-то Мирану взять, но Мирана только в мид-лейт-гейме как-то сможет реально выжигать ману Медузе с помощью таланта плюс Diffusal Blade. Я в раздумьях, капитан команды Бумайди. Вроде как Герокоптер уже на легкой идет, и нужен какой-то герой на центр. И сейчас бы, опять же, какого-то Тинкера здесь было бы. Ой, как хорошо. Самое правильное, наверное... А, снайпера тоже не пикнешь, блин. Вот хотел сказать про снайпера. Но снайпера-то против Ликантропа не заберешь. Он до него добежит и сгрызет его. Да, вариантов очень мало. Ну, ДП, я не знаю, что. Манки Кинга забрали бы, Мэйти. Ну, не тот вариант, о котором я думал. Очевидно, это уже какое-то... Какое-то новшество, да, то есть пришлось как-то выкручиваться Бумайди, то есть поставили Fnatic их в такое положение, что приходится выкручиваться, вот. И это произошло по большей части из-за того, что Бумайди просто неправильные баны сделали. Бан Тинкера, бан Деваурера, вот что один, что другой герой им бы здесь отлично бы зашел, вот просто хорошо бы зашел на ласт пик. Fnatic бы забрали Медузу, и ты как бы ласт пикнешь, например, Тингера, не боясь, что... Там у оппонента какой-то шторм может появиться. Он не может у него появиться, он уже свой драфт закончил. Можешь взять ОД того же самого, он хорош против Медузы. Можешь взять Тинкера тоже, он очень хорош против Медузы. В общем, вариантов была просто масса у Бумайди. Все эти варианты Бумайди просто перебанили. Но в целом Monkey King с диффузами тоже, конечно, против Медузы может неплохо работать. Медузу тем более чуть-чуть буквально понерфили в новом патче. Так что, может быть, она не такая уж и страшная стала. То есть, вот этот вот популярный талант на скорость атаки, по-моему, понерфили, а талант на мана-стил при помощи змейки усилили там на 5%, если я не ошибаюсь. Но мана изменена незначительно, там было 800, стало 700, поэтому, честно говоря, я думаю, что герой остался актуален. Мелочи приятно, конечно, все равно, когда ты играешь против Медузы, что ее так чуть-чуть понерфили. Но в целом, да, согласен. Конечно, изменения крайне незначительные. Но Valve теперь, как они сами сказали, боятся выпускать какие-то глобальные такие патчи страшные, которые просто с ног на голову все переворачивают. Вот все говорят, что это хорошо и хорошо, а знаешь, а я буду скучать. Я буду скучать по тем утрам, когда ты просыпаешься... Протираешь глаза, достаешь смартфон, там, я не знаю, посмотреть время, открываешь Twitter, и там просто куча спама. Боже, что Valve сделали с Дотой? А вы посмотрите на этот новый артефакт, а на этого героя. Тут что-то добавили здесь, что-то добавили там. Теперь всего этого не будет. Как сказали Valve, они будут аккуратненько каждые 2 недели выпускать небольшой фикс, чтобы довести игру до идеального баланса, я так понимаю. Ну, в принципе, если ты хочешь игры сделать идеально сбалансированную дисциплину, так и надо делать, но мне все равно этого будет не хватать. Опять же, проблема в этих патчах будет, что патчи выходят каждый четверг, и учитывая, как часто у нас проходят ланы, у нас все ланы идут, ну, примерно со среды до воскресенья. Со вторника так. Или среды, да. Крупные ланы идут со вторника, а более-менее мелкие ланы со среды или с четверга. Ну, обычно 4 дня это минимум на лан, там редко бывает, что 3. То есть редко бывает, что лан идет пятницу, субботу, воскресенье, в редких каких-то ситуациях. А крупный лан может идти там и неделю. Какой-то там, свободно. Знаешь, invitational там на 4, там на 6 команд, как-то так, там на 8 команд. То сразу без групповой стадии просто играют. Такой у нас был, кажется... Манила Мастерс, что ли, или Манила All Stars, кажется, он назывался, да, Манила All Stars он назывался. Ну, это был турнир, по-моему, даже не мейджор, не минор, это а просто... Это был рофлотурик, да. Да-да-да, поэтому тут непонятно, как будет влиять. Этот патч особо какие-то прям глобальные изменения не принес, скажем так. То есть были фиксы, но что будет дальше, пока непонятно. Тут больше был патч, рассчитанный именно на вот это вот изменение, больше рассчитанный на пап.
То есть там баны вот эти вот, да, там поиск игры и бла-бла-бла. На топе тут такой выход от Дарксира Сын Кинга был. Хорошо потыкали Дарксира, возможно, даже его пытаются здесь как-то убить. Дарксира закрывают. Подходит сюда Диджей, ну и телепорт. Телепорт сбить нечем, ПЛ, да, и прокачал Баренца, почему и понятно, что он уже использовал до этого. На центре прессинг Медузы от Дизраптора. Герокоптер пока прокачивает Хаммер Мейсел, ну и постоянно спам по обеду будут идти. Обеду не сказать, что просто стоять, пока для него поддержки нет. Бэйн, ну, мы помним, был на топе, только сейчас Пайлайдай неспешным шагом смещается назад в мид. Диджи остается на топе помогать Этернал Энви. А вот он Пайлайдай здесь. С Дизраптором разменивается одно удовольствие. Даже Тандерстрайк. Дизраптор, если кинет, все равно размены будут по итогу невыгодные. Но внизу у нас МК против Андерлорда. И на самом деле, да, МК линия комфортная. Милишник, можно бить. И мы видим, что постоянно будут настакивать Джингу Мастере раз за разом. Топорик уже есть, поэтому у вас хит приятный. Андерлорд, конечно, тоже фаерштором спамит. В целом, может быть, поэтому МК и взяли, чтобы стоять против Андерлорда линию Манки Кингу в одиночестве. Чтобы саппорты имели развязанные руки и бегали по карте. Может быть, в этом идея была. Ну, в целом, да. Манки Кинг как раз очень хорош против Андерлорда. Это вот то, о чем мы забыли сказать. Ну и в целом он не так уж плох против Медузы. Руна волшебства для Бэйна. Очень приятно. Сейчас можно будет Бренсап спамить дальше. Ну, Герокоптер на миде. Хаумен Мисл в 1. Поглядим прокачку дальше. Я помню, там Герокоптер и Хаумен Мисл, ну, в 3 прокачили, в 4, да. Это достаточно страшная штука. Да. 4 ракеты, это серьезно. 325 урона с небольшим кулдауном. Ну, я думаю, что здесь все-таки Герокоптер будет классический через Рокет Бараш, там флэг. И будут постакивать временами меншентов и просто лес. И это уже, в общем-то, и происходит понемножку. Есть снайпер. Герокоптер, брейнсап, пару ударов. Опять же, Пайлайдай понимает, что очень много маны, и можно кликать, пока руна волшебства доступна. Очень удобно, кстати, ты усыпляешь героя. Медуза кидает змейку, она по всем попадает, от нее никак не увернуться, никак не отбежать. Круто, круто получается. Диджи пытается замахиваться сеткой, попытаться, может быть, как-то заставить Дарксира использовать Сурдж, но Дарксир, в общем-то, особых трудностей в топе не испытывает, ну и Ликантроп тоже особых трудностей не испытывает, потому что он уже в двойку вкачал Feral Impulse, у него хороший хапориген, с другой стороны, он все съел уже, все танго потратил. Ну ладно, сейчас купит Доминатор, потихонечку начнет его собирать, у него будет слишком большой хапориген, он не будет проседать вообще под щитками. В конце концов, можно вот вторыми волками как-то, знаешь, они урона от щитов получают мало, ими можно там как-то крипов подобивать или наоборот там популить, поотводить вражеских, я имею в виду, покайтить, пока там щиты работают. Короче, помикрить как-то можно. Как раз волки вызываются и отводят крипов и энви. Ну, волки очень слабые, они от тычек умирают. Брони у них немного, жизни тоже мало. МК внизу, Юниверс, Юниверса проблемы, Юниверс может сейчас ФБ отдать. Палка, удар, еще один. Целор по финам работает, заведение идет, и это ФБ, нет, это не но ФБ. Не успевает. ФБ все-таки на топе. Но еще не конец, на топе, возможно, будут проблемы. И удар Ксира, Диджей живет, сетка не скоро, зато Риптайд скоро, но идти по Дайншел опасно. Тем не менее, Риптайдик нужно дать, Ой-ой-ой, играл с Агром Диджи, он прям хотел забрать фраг. Хотел застилить, да. Ну, это было опасно, да. Риптайд броню снижает. Чтобы 100% сделать фраг и не умереть, можно было бы дать Риптайд сразу и там по тычке скинуться, да. Убили бы быстрее Дарксира, но Диджи был на грани. Лесочки Пайлайдай вместе с диджеем ждут, по всей видимости, шрайн. Очень хочет восполнить ману и здоровье. Идти на базу желаний никакого нет. Больше никто туда, видимо, идти не будет или нет. Ну да, обеду идти нет смысла, поэтому саппорт, видимо, нажмут вдвоем. Андерлорд сместился в лес. Да, там пришел Дизраптор, когда там еще и какой-то Глимс, возможно, то это конец. На топе атака на Ликана. Энви делает телепорт на Т2. И непонятно, в чем смысл делать телепорт на Т2, честно говоря. Реген есть у кого-то? То есть я навязал телепорт от 2, чтобы уйти сейчас на базу. Конечно, может стоять под тауэром, но 200 хп. Весьма-весьма опасно.
и понимают, Бумайди, что он на базу-то не улетел. И по таймингам немного опоздал, да, то есть он мог спокойно сделать телепорт на Шрайн 10 секунд ранее, если бы была бы атака, но... Бумайди, откровенно говоря, повезло с таймингами. Дизраптор начинает просто пулить на топе, заметили Санкинга. Ну а дальше-то продолжения не будет, да. Ничего ты тут не сделаешь, Санкинг не та цель, которая может там Найт продать сетку, дать и убить. Энви нужно вести реген. Энви привез себе хардреску. Ну ладно, с хардреской реген уже становится как станга. Даже больше намного. Атака на руне Баунти. Попытка убить Дарксира. Или Бейна, тут даже непонятно кто кого на самом деле. Подходит Диджей. Но Дарксира не убить, а Паладай все-таки погибнет. Работает пассивная способность Санкинга. Это 2-2. Пока, честно говоря, очень уверенно смотрится Бумайди. И пик Марки Кинга, я вот какой увидел эту линию, я прям свое мнение после вот стадии драфта изменил, потому что, ну, в плане лайнапов все очень круто Бумайди придумали. Максимально крутой герой. А против Андерлорда, знаете ли, стоять не на многих героях можно на карри-позициях. Многие герои будут ему проигрывать. Но вот Марки Кинг, тот герой, которых таких мелечников, жирных, медленных, просто уничтожает. Да, вот как раз можно было бы еще Разора взять, если его не банили. Monkey King хорош, ну и там некоторые другие персонажи, их действительно немного. Пытается сделать Пайлайдай сейф ТП, успевает дать брейнсап, но Найтмар скинуть не успевает. В итоге Monkey King использует Риденс и отсюда просто-напросто уходит. Ну, Дизраптор, наверное, удастся забрать, да, хоть кого-то убили. Но в итоге Envy остался в топе один без присмотра, никто его не охраняет, у него, конечно, есть хедреска и Ring of Health, и... то есть у него сколько? С хедрески плюс 2, с Ring of Health 5... И с пассивки еще 5. Хороший хаприген. Медуза. Медуза все еще живет. А неужели... Ах, ну вот так вот получается. Было очень опасно здесь. Стики были по удаванием. Не получила, по идее. Сейчас нам файт рекап покажут новый. Да, экспы Медуза не получила вообще. А гирокоптер получил 250. Погибает Энви на топе. Да, конечно, табла для Энви просто ужасная. Дарксир плюс Санкинг, тут хилами не напасешься. Тебя, ну, постоянно сбивают все танги. Начнем с того, что Энви сам драфтит у Фнатиков. Поэтому он знает, на что он идет. Ну, а в целом Ликантроп, он, конечно, приспособлен к таким тяжелым лайнам, но тут ему что-то прям достается слишком сильно. Да и в боте у Юниверса трудности. Сейчас еще и обеду достанется. Приходит Monkey King, настакал свою пассивку, обеда нет маны. Вот так вот. Bundle Strike, и обед отправляется отдыхать на Медузе. Monkey King начинает разгоняться. Он купит очень быстро Battle Fury. Ситуация может повториться с предыдущей карты. У Monkey King уже почти 5к ценность. В то время как Герокоптер 3200, у Ликана всего лишь 3200 тоже, в общем-то. То есть Ликан пока пустой. Медуза, как мы видим, стоит вообще без артов. Две смерти, 28 крипов, что по стакам, да, ничего по стакам, в общем-то, стаков нет. В то время как у Герокоптера немножко стаки да имеются. Да, вот тебе и Фнатик. Первую карту так уверенно начали, так красиво прям по макро игре размазали оппонента, а дальше что-то прям не идет. Ну ладно, Медуза есть, с Медузой мы знаем любые игры, можно выигрывать там с покупкой рапиры, пятым шестым слотом, это понятно, но пока вот МК доминирует. Очень крутой контрпик против Андерлорда. Юниверс пока очень сильно проигрывает линию. Две смерти, 37 крипов, нетворс, как у Наги Сирены. Дарксир в то время уже тоже докупает себе доминатор. Ликан нажимает шейпшифт. Попытка убить Дизраптора. Глим сразу же назад. Энви. Кинетик Фил ставится. Дизраптор делает телепорт и, слушай, успеет. Хороший подкоп. Ликан шепшит, еще действует будет долго. То есть тут он, может, еще даже убьет. Нет, клэпа. Ну и Энви нажал. Немножко ХП уменьшил Дарксиру. Доставил телепорт с Раптора нажать, но при этом никого не убил. Никого сюда не стянул. Никаких телепортов сделано не было. Регенерация для Палайдая. Нижняя руна. Monkey King. Прыв на Юниверса. Ох, как же быстро-то он бьет. Палка. Ну и назад. Ох. Ох.
Убивают все-таки Нагу Сирену в топе. Да, и не только, видимо, Нагу, Envy, Envy, Sandstorm. Ну, детекшн нет. Если шарик, да. Ну, да, понятное дело, Envy без детекшена, то неудивительно. А тут Кирокоптер Дизраптор, использован смоук, ставится вард, на топе башня падает, можно сейчас Envy принимать. Статик шторма нет, но зато есть кулдаун, под Kinetic Field все это можно нажать и быстро убить. Видимо, этого не будет. Внизу смещается Бейн. Monkey King уже долгое время не фармит, просто стоит и ждет. Дает палку. Прыгает и отпрыгивает назад. Башню забрать все-таки не сумел. Ладно, Дарксер, как видите, настолько он свободно стоит на линии против этого Ликана. Ликан, конечно, хоть и имеет огромный реген, но даже с таким регеном Дарксер доставляет неприятности. Дарксера, в общем-то, регене намного меньше. Санкинг ждет момента, дабы ворваться. У Санкинга еще меньше 1000 дублинг дайгер, не так уж и много остается. Герокоптер, ну почти из барабана. Да. Классический тембилд. Герокоптер, барабаны. Может, какой-то Сэнжин Яш увидим, может быть. Ну, быстро блокинбаре необходимости здесь никакой нет. Может быть, блокинбар вообще никто из команды Бумайди фармить не будет. Не совсем те герои. Ну да, играют. Учитывая, что там ульт Наги Сирены очень интересно против БКБ работает, да? То, что ты один можешь остаться в блокинг-баре, а тебя, соответственно, схватит Бейн в финсгрип. Ну и плюс еще Ликантру. Ну, в общем-то, да, Блэкинг Бар, он хорошо будет работать только против Андерлорда, фактически. Против остальных персонажей БКБ не очень хорошо будет смотреться. Танкинг у нас скаутил вражескую территорию, за это поплатился. Нага его поймала в сетку, и с Ликантропом его съели. На двоих. Пайлайдай находит Аркейн Руну, у него есть шестой уровень, он с ультимейтом, то есть он теоретически может выйти в мид и попытаться схватить Герокоптера, но вдвоем с Нагой, конечно же, его убить не получится. Тут нужен какой-то кор, но такой кор, как Медуза, она не может сейчас просто взять и выйти в центр и попытаться загангать Герокоптера. Во-первых, она медленная, во-вторых, у нее не так уж и много нюков, в общем-то, только змейка. Руками Герокоптера пока не просто... Фенсгрип, Дарксира зацепили и убили, да. Пару убить сделают, фнатики такие вот соло-фраги, но дают невозможность вернуться в эту игру, потому что пока ребята 3000 проигрывают, у Monkey King уже Battle Fury появится вот-вот. Сейчас он в чужой секрет-шопе чужом купит недостающий элемент. 13 минута, БФ, ПТР, Буфена, Маквилл, Аэродроп. Отличный результат, просто отличный. Очень хорошие тайминги, учитывая все вспомогательные артефакты, которые он приобрел. БФ не голый. Какие сканы хорошие. Такие могут в какой-то момент прочитать фнатики, что здесь могли поставить вард. Хотя, конечно, такие вот варды находят в редких случаях. Найтмор. Ну, супер, Сент Кинга. Финсгрипа, напоминаю, нет. Ну, Геркоптер на защите, врываться смысла нет. У Медузы нет ультимейта, у Медузы все еще нет Mask of Madness. Удивительно, как Медуза много нафармила. Ой, много, мало, конечно, да, артефактов вообще не вижу. Разводят так Герокоптера. Monkey Кингу нужно врываться, можно очень круто прыгнуть, но не стоит забывать о слипе. Если бы убить как-то Нагу, было бы круто. Есть вакуум, Диджей погибает. Monkey King прыгает за Медузой. Но Медузу здесь я не думаю, что получится убить. Прыжка нет. Пытается идти Monkey King дальше. Остается еще один удар сделать. Есть палка. Ну и теперь пошли тычки. Глимсует назад, ну и Медуза заканчивается. На самом деле эта игра может закончиться достаточно быстро. У Бумайди такие герои, которые будут прям давить. Тут не надо особо много фармить Monkey King для того, чтобы идти убивать Shadowblade, какую-то сабельку и поехали дальше просто убивать все, что только можно. На Ликана, благо, контроль есть. Есть прекрасный контрпик в виде Дизраптора. Давайте посмотрим, что будет происходить сейчас. Envy нажимает Shapeshift. У него ДД. Сенкинг рядом. Подкопки на этих филдах можно играть. Давайте смотреть. Кольцо... Ох, не совсем удачно вакуум можно было бы. Ну, хотя, с другой стороны, его убрали просто из драки. Шип-шифт вот-вот закончится. Дарксир, возможно, не выживет здесь. Хороший подкоп. Шип-шифт заканчивается. И Дарксир пока живет. Есть стики. Стики нажимает. Шрайн успеет ли использовать. Шрайн использует Санкинг, но все-таки урона хватает от Этернал Энви. Monkey King дает ультимейт. Не так много от него пользы, но хотя бы убьют Юниверса. Да, Юниверс отсюда уходить не должен. Юниверс минус. Мегакилл имеет Monkey King. Финсгрип на Санкинга. Энви вместе с Пэлэдайм делают убийство. Энви неожиданно уже имеет Доминейтинг 4-1-1.
Небольшой Маркетинг, камбэк. Прыжок дальше. Найтмар есть, поэтому не проблема. Да, просто остановись. Хотя гирокоптер здесь. Кулдаун полетел. Кулдаун шикарный. Хомен мысл. Попытка сделать телепорт. Будет палка. И да, хорошо Найтмар сбивает. В последний момент дизраптор. Палка. Сбили ТП. Убили Энви. Манки Кинг снимает стрик. 1500 золота после этой драки. Там может попытается сейчас диджей. Но нет, курьера он бить не может. У него урона не хватит только. Тем более на мили героя. Поэтому просто здесь бегает и ждет, пока телепорт откатится. Такой небольшой камбэк смогли совершить. Главное то, что время тянется, Медуза должна фармить. Единственное, что имеет значение для команды Fnatic. Диджей развлекает Манки Кинга, кидает ему урну, тратит почти последний заряд, заставляет активировать Шрайн, но... Манки Кинг не расстраивается, в общем-то. Он с БФ, он довольно-таки неплохо регенится, и при этом он еще там Шрайн заюзал, поэтому да, у него в плане восполнения жизней все очень и очень хорошо. Хотят напасть в боте сейчас в Фнатике. Тут можно попытаться убить Сенкинга, но его прикрывает Манки Кинг. Два короля друг друга прикрывают. Сейчас, может быть, заметят как-то МКАТ, вроде бы как вард есть. Боятся на него нападать. Его можно было бы попытаться скинуть как-то с елки, но... Ну, да, слушай, вот. скинули. Кулдаун, правда, пошел. Манки Кинг получает много урона, но этого недостаточно. Сетка пошла. Бэйна очень быстро убивает. Финсгрип мы от него не увидели, да. Его бы моментально сбили. На топе Ликан. Рядом Дарксир. Дарксир на Сурже быстренько отсюда решил уйти. То есть, я такой, знаешь, Дарксир старого поколения через вакуум в 4 и Сурж 2. Я такое уже давно не видел. Сенкинга на центре атакуют и быстро убили. Ну а внизу МК продолжает просто пушить. Такой совершили легкий размен. Ликан на подходе. Второй Некрономикон. МК почти имеет 10 тысяч нетворса. И Shadowblade уже себе должен был купить. Да, в курьере он летит вместе с Heaven's Self. Урон 15. Талант на атакспид. На джингу мастере дэмэдж. Плюс 75. В общем, такой классический кэрри МК. Так, просто чтобы не терять темпы игры, то есть ты можешь, конечно, купить саблю диффуза для того, чтобы как-то медузу ловко убивать и выжигать Яману, но вроде пока с медузой проблем пока что не возникает. Она сидит себе в лесах, фармит крипов, особо никого не трогает, так только, разве что в драку может подконнектиться. У нее даже ультимейт не вкачан, как мы видим, на 12 уровне даже в единичку обед не прокачал свою ультимативную способность. Поэтому Манки Кинг упирается в максимальный ГПМ, покупая БФ, и дальше собирается у нас вот после покупки Shadowblade приобретать БКБшку. Тут все-таки ему БКБшка как раз-таки нужна. Он все-таки как главный кэрри-герой, ему, наверное, надо бить, не стоять в Pit of Malice Underlord, не стоять в сетке Ноги Сирены. Там ты можешь активировать БКБ, когда в тебя сетка попадает, и она должна сбрасываться, если я все правильно помню. Нага у нас не так часто появляется в последнее время, ну как, наоборот, в последнее время она часто появляется, но вот до этого ее практически никто не брал. Вангвард появляется у Дарксира. Дарксир, кстати говоря, сочно довольно-таки выглядит. Тоже вот Кримсон Гвард против Медузы хорошо будет работать. Вообще, этот артефакт усилили в последних версиях Dota, и сейчас мы его видим чаще на каких-нибудь хардлейнерах, типа вот Андерлорда, Дарксира, Дума. Сначала берется Вангвард, а потом уже Кримсон приобретается. Вот, кстати говоря, Андерлор тоже будет Кримсон покупать, я вот только сейчас заметил. Хотят напасть на Манки Кинга, Манки Кинг в инвизе здесь, он видит Пайла Дай, остается в центре Вард, и не смогли заметить МК. Но сейчас вроде поняли, где Манки Кинг находится, там Квиллинг Блейдом Пайла Дай пытается срубить елку для того, чтобы сбросить МК с дерева. Но это сделать не удается. Тем временем в миде нападает на Медузу. Медуза, конечно, очень плотная, но благодаря прокасту четверых персонажей ее удается убить. Гонится еще за Нагой, Нага активирует сон. Но все игроки Бумади очень серьезно друг от друга отдалены. И, ну, там краешком, конечно, Pit of Malice цепляет. Ультимейт от Манки Кинга с другой стороны пошел. Начинает МК носить огромный просто дэмэдж. Подходит гирокоптер, дает кулдаун. И Фнатики вынуждены убежать здесь. Теряет ранжевого некра Энви. Немножечко подвиживает вражеских персонажей. Диджей умирает от Рокет Баража.
ФБЗ, и сам ФБЗ, кстати, рискует попрощаться со своей жизнью. Ну, еще Санкинг ворвался, подкоп. Ну и все, надо отсюда бежать. Да, слишком глубоко пошел. Размен оказался не самый выгодный. Манки Кинг, правда, здесь еще. И он может подраться в Шитоблейде под Айншеллом, если что. Два башни все-таки забирают по Мади по итогу. Да и на самом деле могут уйти, все-таки уже почти все живы. Или хотят кого-то вакуум затянуть. Вакуум, подкоп, пару ударов. И палочкой забирают. Забирают и Бейна, теперь уж точно можно уйти. А пока дота от Radiant на этой карте намного интереснее. Не наблюдаем мы до конца еще Энви. Медуза, конечно, бедновато. Надо обеду время, надо еще минут 20 как-то пофармить, потому что пока с такими артефактами трудно. Трудно, там элементарно тебе закрывается Фиг Шторм, бьет Monkey King, бьет там какой-то Дарксир и все. Тебе Мана Шилд не спасет. Стонгейза я вообще что-то не припомню в этой игре, честно говоря, пока что. Всегда обед оказывается в зоне действия Сайленса. На то перемещается атака, топ, да. Есть финсгрип, финсгрипом закрывают, ну и сам виноват герокоптер. Пытается как-то, конечно, отспамливаться, но тут один в поле не воин, как говорится. Подходит дизраптор, подходит еще и Санкинг, есть вакуум по двоим, была преплика, статик шторм, кинетик филд, круто закрывает, палка залетает сверху, эпицентр Санкинга кастуется, в последний момент успел Санкинг его нажать, но Энви пытается просто убежать. Тем не менее, это минус 2, Monkey King, непонятно в кого прыгать, Недлор пытается улететь и улетит. И улетит вместе с Бейном, вместе с Энви. Да, все ушли. Красиво. Сейчас было хорошо. Хоть и Бумайди тоже исполнили комбинацию через вакуум, через Борво Страйк, Статик Шторм, но немножко не хватило урона, дабы убить Этернал Энви. Но там оставалось порядка на 200 хп. Да, вот эту башню забирают, что самое главное. Расправляются с строениями. Monkey King, прыжок, уходит Shadowblade, вакуум, пару ударов, полодай. Дает Nightmare, но это не спасает, Darkseer делает убийство. Crimson уже появляется. Ну, вот такой Darkseer. Не помешает, конечно, блин, купить. Вот сейчас, может быть, есть смысл его прикупить для исполнения еще более крутых врывов через вакуум. И у Vanguard появляется и у Underlord'а, тоже будет Crimson. Заход Рошана вместе с Кентавром от Доминатора. Вместе, в общем-то, со всеми. Здесь нет только одного Санкинга, который на разведку бегает. Бегает под своим и чужим вартом одновременно. Слейп. Ну, шовый, конечно, фраг. Тем более, это на самом деле развод ведь, по факту. Пытается Санкинга убить. Он еще может успеть даже Брустрайк нажать. Нет, не успевает. Но я думаю, что не против. Бумайди отдать своего Санкинга в размен на свободного Рошана. В центре. Пайлайдай. Найтмэр. Пошел кулдаун. Ну, кто-то бы отслипал. Но никто не мог отслипать. Уже отслипывать смысла нет. Возвращает назад Пайлайдая. Ну, и Пайлайдай здесь погибнет. Но еще и девартит. Дизраптор, да, я думаю, ребята поняли, что к чему. Потому что находились Бумайди на хайграунде. Противник на лоуграунде. Но как-то их заметил. Медуза 10 тысяч на Творса преодолела. Да, очень серьезно контроль на карте начинает захватывать бумы. Рошанов забирают, вышки забирают. У них в миде и в топе еще по тир 1 вышки стоит, если что. При условии, что они играют с ликантропом, у которого третий некра, который эти вышки вообще должен уничтожать просто с невероятной легкостью. Но его просто не подпускают, да. Он постоянно где-то на своей территории фармит, не может выйти далеко. Линкер сфера появляется в МК. Почти уровень 20. Тоже хорошая штука. Не схватить его теперь в Винсгрип так просто. И он еще находит дабл дэмэдж, между прочим. Похоже, Бейну сейчас не поздоровится. Видит Манки Кинга. Нет, нападают все-таки не на Бейна, а на Ликантропа. Очень, конечно, опасный момент. Прокаст от Дарксира, сеточка от Диджей. Если что, есть сон. Monkey King дает свой ультимейт. Особо в нем нет смысла. Так, скорее, просто себе броню дать. Ой, зато Санкинг как врывается. Статик штормах. Успевает все уйти. Кирик Импак работает. Глимсует Медуза назад. Медуза наконец-то кидает в этой игре свой первый Стоунгейс. Идет до конца
Monkey King. Попытка убить диджея. В последний момент кастуется слип, и все улетают. Никто в этой драке не погиб. Ультимативная комбинация способностей для эскейпа, конечно, у Fnatic. Это ультимейт Андерлорда плюс ультимейт Наги. Вообще невозможно убить, когда эти скиллы будут работать. Но убивать-то, в общем-то, бумы никого, может быть, и не хотели бы. Они хотят на хайграунд зайти, правда, им мешает очень сильно Андерлорд. Вообще никак не дает пройти. А Медуза продолжает фармить. И Медуза своего пика далеко не достигла. Она даже еще во вкус не вошла, скажем так. В этой игре. Monkey в невидимости Monkey King бегает. У него есть Аегис, он может попытаться как-то в наглую напасть. Ну, а с такой скоростью атаковой ни одного удара не хватило, все нормально. Сейчас там такие будут улетать тычки. Да, два удара минус Нага. Нага без байбека. Заметили Бейна? Бейн, кстати говоря, тоже без байбека. Вот это будет хорошо. А это, на самом деле, уже заход на хэгграунд. Прямо это такая заявочка на конкретно заход на ХГ. Медуза далековато. А что Медуза-то по ТП? ТП есть, окей. Обед пока не спешит улетать, только сейчас нажимает ТП. Забрал руну баунти, забрал руну волшебства. Т3 башня падает, а Аегис все еще в наличии. Он еще будет, ой, как долго. Около 2 минут в инвентаре. Кэрри команды. Boom ID. Минус мид. Возможно, не только минус мид. На топе это Дарксир очень хорошо пушит. Энви без помощи, но не знает, что делать. Медуза тоже еще не готова. Ну, с пикой, момом и шариком, сами понимаете. А что ты будешь делать? Юниверс тоже не боец. Минус две стороны. Не то, что на ровном месте. Это такое клише, не справились сказать. Ну, просто Boom ID четко убили двух саппортов. Зашли на хайграунд и понимают, что им ничего не сделают. Потому что саппорты тут реально опаснее в момент инициирования, чем тот же Ликан. Monkey King ультимейт. Энви палка. Пару ударов. Энви пытается уйти. Вакуум. Энви уходит. Но и как было близко. Энви глимсует назад. Энви. Минус Энви. Минус Этернал Энви. Ультимейт у него не будет. Стоунгейс. Ой, какая же антикомбинация получается. Отвратительно. Да, все очень плохо. У Fnatic Ликантропа они потеряли ультимейты свои. А, я думаю, они уже все наигрались. Двух лайнов. Да, я думаю, Энви уже выкупался. Наигрались. Ну окей, Энви выкупается. Нет Стоунгейза. Ребята потратили 2 ультимейта мощнейших. Да по факту 3. Ликана тоже ультимейта нет. И кулдаун еще высокий. Ультимейт был второй. Monkey King все еще с Аегисом. Его не успеют там как-то дождаться, пока он исчезнет. Вот они его выбивают. Глимсует Энви назад. Monkey King. Надо помощь. Надо помощь. Помощь есть. Линкин сферу дропнули. Там, видимо, сетка Наги залетела. Что-то другое. Не суть. Ну и остается одна сторона. Boom ID, конечно, по своему могут уйти. У них очень много денег сейчас. Они две стороны забрали. У них там денег должно быть у каждого. Ну, прям нормальное количество. Там все закупились. Дарксир не закупился у него 2700. МК не закупился у него 4400. То есть это почти готовый баттерфляй. И зачем рисковать, куда-то сейчас лезть на хайграунд, давать какой-то микрошанс противнику? Это, разумеется, Boom ID делать не будут. Да, первые нетворсы за команду Boom ID по всем основным позициям. И дела дрянь, по-другому не сказать. Ликана как-то реализовать не получилось. Я буду с вами честным. Ну, забрать одну башню, это ли реализация Ликана? Ну, мне кажется, что Медуза была лишней в этой стратегии. Мне казалось, что выиграв линию Андерлордом, выиграв линию Ликантропом, можно было бы пикнуть какого-нибудь Драгонайта и просто сломать оппонента. Но, как мы видим, Медуза пока что не успела раскрыться и... Пока что все идет к тому, что Медуза, в общем-то, и раскрыться и не сможет в этой игре. Ей бы хотя бы 20-й апнуть, но оппонент уже готов ломать третью сторону. Медуза, конечно, нет. И с мегакрипами может расправляться, но это работает только тогда, когда у Медузы уже там 5-6 слотов, и она 25 уровня. Тогда она еще и мегакрипов дефает, и у нее еще, в общем-то, какие-то даже непризрачные шансы остаются на победу, да? Вот. Но Медуза очень далеко от своих 6 слотов, Медуза очень далеко от своего 25 уровня. Она, конечно, пытается как-то восполнить потерянный... Ох, какая комбинация, Статик Шторм по четверым, выходит Герокоптер, Monkey King, ультимейт просто по всем залетает. Ну, это точка. Это хорошая, такая даже не то, что... Это восклицательный знак в конце игры просто ставится. Команда Boom ID, ГГ. Несмотря на шикарный старт команды Fnatic... Хорошее исполнение в макро игры. Первая карта была за ними просто в салат. То, что происходило дальше, описать трудно. Вторая карта — это пик лайфстиллера.
Это действие Universal Nix Assassin. Ну а третья карта, ну здесь просто, просто, ребят, не получилось. Опять же, используя своего Ликана, используя свою Медузу. Башни были, не были спущены. Медуза здесь в игру вообще не влилась. От Медузы мы ничего не увидели. Медузу постоянно убивали. Мы увидели два ультимейта, один из которых был использован и вовсе в Слипнаге. И Юниверс даже не получалось ничего ему исполнять. Он был на этом Адрелорде, но он свою линию оставил плохо. Он не мог стать линию по-другому. Monkey King 9-0-9 по итогу. И Boom ID неожиданно проходит дальше. Я до игры был уверен, что это 2-0 в пользу Fnatic. Но вот, вот что произошло. Победа за командой Boom ID. Они проходят дальше по сетке миноров.